Яна, ёб твою. Же. Кстати, что там у вас? У вас нет там ничего, женщина! Это лучше всего сейчас полетело, кстати, нифига себе. О-е, дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Tavern Manager Simulator. И мы с тобой продолжаем его проходить. Вот, город. Почему нас в город не пускают? Уже у нас есть суп из семизалуп. Ладно. Просто я, знаешь, почему испугался? Потому что YouTube, если первые 15 секунд видео проходит с матом, он очень плохо рекомендует, поэтому я аж испугался. Потом вспомнил, что там у меня еще в начале видео вставочка небольшая из серии, потом превью, этот дисклеймер идет, короче, все нормально. Так, нам, чтобы улучшить, нужно продать колбасы. У нас, по большому счету, все есть, у нас и бабки есть, у нас уже как бы все хорошо, замечательно. Я даже уже там украшения на 1000 покупал. Можно пока вот это вот все купить. Вот это вот закупить. Так, и давай украшение какое-нибудь еще как возьмем сейчас, вот. Еще бочку. Венок. Что красивого? Красивое. Пару ширм давай возьмем, тоже пусть будут. Штурвал. Ну ладно, все, нет, нельзя больше. На 800. Подожди, а как это они так? Их пятеро? Подожди, у меня же всего... Не, они потихоньку быстрее стоп перемещаются. Слушай, меня прям это радует. О, кстати. Оп. Все, подносик освободили. Корма накидываем. Девочкам нашим здесь моющих. Очень хочется мойку улучшить. Надеюсь, там будет меньше воды уходить. Или можно будет больше воды налить. Ну, вот что-нибудь такое. Будет вообще замечательно. И очень маленький склад. Мне прям не нравится. Уважаемый разработчик, если вы вдруг меня смотрите, мало ли вы из России, сделайте склад побольше, а? Ну, что это такое? Ну, это ж не серьезно, как будто бы совсем. Очень маленький склад. Я негодую. Так, и вот эту вот штучку, давай, не знаю, вот здесь поставим. Вот здесь вот давайте, уебем ее. Здесь так, оп. Что еще? Вот бочечка. Просто пусть будет. Нет, ну ладно, давай этого заберем. Ля, они как быстро поели. Вот здесь у нас стоит, да? Здесь вторая пусть стоит, оп. А, это ж бочка как раз таки типа с вином. Типа винишка тяновская. Ну пусть тогда... Алло. Пусть тогда здесь и стоит. Типа с вином же. Понял, понял. С вином. Типа свин. Ну блин, смешно. Ну может не очень смешно, ладно. Так, тут все хватает, все классно. Может пойдем чуть-чуть погуляем. Давай еще Эля нальем. Перфект, да пойдем чуть прогуляемся. Может, что-то новое все-таки появилось, и мы это с тобой пропустили. Вот в те края можно сходить. В тех мы краях были очень давно. Там, потому что мы в целом везде бегали. Здравствуйте, дерево, все хорошо. Яблоки. Яблоки нам не дают. Ладно. Вот того типа мы были, там ничего нету. Вот можно к Шреку сходить еще раз. Посмотреть, может, там что-то появилось, может, что-то новое, что-то интересное. Ну, не знаю, потому что мы вроде как везде бегали, и должны появиться новые всякие активности, но я не то чтобы их заметил. Они же, наверное, ну, они просто никак не отображаются. Из последних новых таких активностей, действительно, которые интересны, были у нас только этот. Гоблин, которого мы нашли, перевели к себе и все такое. Милое местечко, да, хорошо. Никак не работает, никак не интерактивится. А здесь как будто бы, ну нельзя же пройти, правильно? Нет, игра не пускает. Тогда я фиг знает. Там дорога и там дорога. И они все, и вот тут еще дорога. И они все перекрыты. К сожалению. Есть, конечно, сковорода. Можно кому-то в бубен дать. Но особо и некому. Девушка. Здрасте.
А мне вообще пофиг, у него мега броня. Я за Альянс, да, я помню. Вот в той стороне еще надо будет глянуть, что. У нас сейчас грязненько, пойдем уберемся. Там он... Ой, там грязный мужик заходил, да? Ой, да, он заходил. Фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи. Рыбу, колбаску принес свою. У нас со своим нельзя как бы. Что это такое вообще за безобразие? Так, у нас феи 5-го. О, 7-го. Это максимальный, что ли? Алло. Или она больше пока не прокачивается просто. За таверной. За таверной мы были. Меч, конечно, грандиозно висит. Вас тут обслуживают, у вас тут все хорошо. Ой, ну что тут за грязнулька такая была? Вино, сыр сейчас. На, вино, сыр. Пожалуйста. 4 колбаски еще. Ой, что такое? Холодной воды. Да без проблем, брат. Ты что думаешь, мне жалко для тебя водички? Холодной воды там и вот, пожалуйста. Ведро, понимаешь, ведро целое. На. Кайфуй. Будем еще сразу феи принесем. Слушай, а их можно где-то? Ага, у нас одно ведро, да, на всю таверну, я понял. А если сразу вот так? А? Умом. Можно поджарить. О, можно поджарить, да, кстати. Потому что у нас еще огонечек горит. Ча-ча-ча-ча-ча. Как всегда, рисуем ракету. Вот раз, два. О, ракета. Видишь, она такая вии летит, типа. Ну ты понял. Ну а чё? Ракета же. Перфект. Вот там срочный заказ. Кто? Где срочный заказ? У кого? У Випа? Ой, два сыра. Не такой уж он и срочный. Ать! Пожалуйста. Давай сыра вам еще нарежем. Пока вы сами не нарезались. Перфект. Перфект. Перфект, елки-палки. Естественно, перфект. Фристайл. Блин, мужики, покупайте колбаски, а? Что они никто колбаски не хотят покупать? Три супчика вот можно еще. Что тут еще у нас? Да и все остальное есть. Давай поможем поразносить. Вот, держи. Стейк. На. О, раз, два, три, четыре. Кайфуйте. И суп вам туда еще. Да еще и суп продать. Ну серьезно, продайте суп, продайте мясо. А улучшать... Почему? Ну, ё-моё. Продайте суп, продайте мясо. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Не дают развиваться бизнесу просто так. Так, и улучшать же ж нечего, подожди. Получается. Так получается, получается. А что делать?
украшениям. По украшениям я уже не знаю, что заказывать. Вот цветочек давай возьмем. Ковров парочку. Еще давай вот книжный шкаф. Деревянный шкаф. Другой книжный шкаф. Кадило. А, подожди. Паникадило. Зеркало на пол. Картины, подожди, где картины? А картин уже и нету. Щит. Вот такой щит. Короче, везите меня. Давай тогда картины отсюда поубираем. Перевесим их вон туда, в тот зал. Вот в этот. Во. Чик. Ну, как-то они тут негармонично смотрятся. Чик. Что там? Сыр. Ушел, чел. На, сыр. Кушай. Вот эту картину тоже давай переставим тогда. Че он тут будет болтаться? Вот сюда. Оп. Красиво висит. Там туалет грязный? Ну да, он воняет, лежит. Ляпс. Суп и мясо. Ну, будем продавать, что делать. Ай. Ай. Немножко обосрался в туалете. Но это нормально, туалет для этого создан. О, все, туалет чистый. Хорошо. Хорошо. И феечки, кстати, все быстрее и быстрее успевают. Потому что они прокачают. Нет, выше 7-го левела тоже идет прокачка. Вообще прекрасно. Так, а мы там понакупили. Вот цветочек. Тут теперь живет. Так, мебель. Ну нет. Шкаф красивый, ля, какой действительно красивый. Что еще? Кадила. Зеркальце вам, пожалуйста, вот подходите, смотритесь, любуйтесь. Еще вот такой шкаф вам козырный, смотрите какой. Пожалуйста, пожалуйста. Будем обставлять все потихонечку. Еще вот сюда вам Кадзилла. Пожалуйста. Вот здесь тоже красивый Кадзиллак, чтобы у вас был. Вот, пожалуйста, Кадзиллак. Чтобы везде были Кадзиллаки у вас. Вот здесь тоже пусть будет. Вот здесь вот. Оп. Здесь как-то плохо смотрится. Вот здесь пусть будет. Что еще? Еще шкаф вам можем поставить. Не знаю зачем. Да и нахер он вам тут нужен, правильно. Физические цветочки. Ну, вот сюда. Чик. Блин, а шкаф можем, подожди. Вот здесь поставить. Нет, не можем, да? Ну и ладно. Может шкаф здесь? Да нет, ну нахер он тут нужен. Шкаф можем себе отнести поставить. А, мы не можем себе отнести поставить. Ну и нахер он нужен тогда вообще? Где он? Уходи, шкаф. Что, сука, загрязнули тут, а? Насрало оно тут камнями. Непонятно зачем. Что еще? Вот так вот. Как это нельзя? Как это нельзя? Ёлки-палки. Давай вот этот щит хотя бы повесим вот сюда. Во. Красиво теперь. Я уже чисто хожу, фигней занимаюсь, честно говоря. Так, огонь потух, ты лопух. Можно супчика сварить, смотри, оп. Сейчас пойдем нарубим дров, нажарим супа, нажарим стейков и закажем всех ништяков. Чикс. 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 Чикс.
Это раз нам. И сразу второй нам нужен. Чикс. 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 Изи-бризи. Так, один сюда чик. Второй сюда чик. И погнали жарить. Сразу мяско. Раз. And раз, два. Так, пока с этим хорошо. Это и надо воды, мне кажется. Но в любом случае принесем. И надо будет сейчас пойти попробовать поговорить, может, с тем, с КППшником или с жителями. Так, сосисы. Супы стоят, сыры, напитки. О, сыра. Смотри, как сыра разобрали. Бодро. И напиточки. А мы какой-то голландский сыр привозим под санкциями или что? Почему у нас так много сыра берут? Непонятно. Ай, блин. Налажал с последней бутылкой. Оп. Не, ну... Понимаешь, ну мастер, мастер. Ну, блин, нас сглазил, ёлки-палки. Ну что такое, Сергей, давай. Перфект, ёлки-палки. Так, и давай супчика сварим, раз уж такое дело. Так, это сюда, это вот, ага. Так, и погнали варить. О, великий суп наварили. Великий суп наварили. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Оп-оп-оп. 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 Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ой, перфект, естественно. А вы думали, не перфект? Издеваетесь, что ли? А, можно даже не целиться, он просто тыкает, где ему надо. Я сейчас только что попробовал. И тыкает просто там, где надо нож. Я просто, то есть, нажал атаковать мясо. И оно само тут порезалось там, где надо. Я-то... А я выцеливал всегда специально. Думал, нифига, какой я меткий, четкий пацан. А оно-то вон оно, что, понимаешь? Так, ну и давайте при всего этого вкусненького закажем. Так, доставка, ресурсы, 12 этого, 12 этого, 10 вот этого, 15 мяса, 4 вот этого, 15 вот этого и 7 вот этого. Я бы еще заказал, но склад не позволяет, конечно же, нам этого сделать. Ну что это такое? Что там за козел такой пошел? Так, давай закроем. Бабуля, да буль-буль-буль. Ну давай, иди нахер отсюда. Буль-буль. Ну тут гномы. Вы че пропустили? Ну я же просил. Ну дайте 5 золотых и пусть идет отсюда. Ну. Че вы смотрите на меня? Ой, что такое буль-буль? А, все, тогда передумала. Кузнец опять пришел под вечер. Оп. А на тебе сосису. Эль. Вот сам супы. Сейчас еще тут нальем Эля. Офига, его разобрали как оперативненько. Только закупил, кстати. А его уже разобрали. Такое. О, кто-то наблевал в таверне, естественно, блять. Я не сомневался. Поэтому вы и здесь сидите, а не вон там. Вопросы? Вопросов нет.
Давай-давай, чеши уже отсюда. А где грязь еще? Подождите. Это вип-гости, да, пришли, насрали, ага. Так, все, спать, да вот. Ну, вот еще мы не обслужили. Закрыто. Все ушли. А что такое? Почему? А, ё-моё, спрятались, а? Вот гады какие. Ну ладно, 104 оставили, хорошо, за 2 вината. Плюс, это плюс 70, я напоминаю. Да, спать до утра, я пока чай попью. Блин, мы в этой серии тоже, получается, нифига себе не апнем таверну. Ну что это такое? Я возмущен, это безобразие. Я буду жаловаться куда-нибудь, не знаю, буду куда-то жаловаться. Или не буду? Да не буду, в принципе, мне нравится. Я тебе думаю, тоже нравится. Если да, то напиши потом в комментариях, почему бы и да. Совсем незаметный байт на комментарии. Ладно. Ладно. Мне просто немножко с ума схожу, видишь? Давай еще украшения закажем. Я не знаю, хочу что-то заказывать. Доставка, ресурсы. Давай вот еще 7 эля. Этого всего не надо. Украшения. Давай, вот все кактусы, все вот эти, вот эту штуку. Вот эту, вот это, вот это, вот это. Что еще? Вот это, вот это. А, все, не могу больше. Доставить, значит. Я сука, все украшения скуплю. А че? Ну, почему бы и да? Ой. Можем себе позволить, правильно? Наверное, у нас-то процветающая. Пойдем к стражникам сходим. Точнее, не к стражникам, а вот к тому типочку сейчас. Блин, ну то, что гномик, конечно, ну это пиздец. Кто-то вот ставил нам гномов, ставил и пипец. И не доставил. Это грустно. Так, это сюда. И пойдем сходим вот к тем челикам. Просим, чё они, как они вообще? Может, что-то новое скажет. Может, типа там, сходи в деревню. Не хотят видеть, да? Да, прям действительно не хотят. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Очень жду, когда захотят видеть, честно говоря. Блин, мне знаешь, что вот эта игра напоминает очень сильно? Именно вот, знаешь, такой по атмосферке, по, скажем так, настроению игровому. И на телефон есть такая игра. Как же она называется? Менеджер героев, что-то такое. Короче, там у тебя типа есть деревенька, которую ты восстанавливаешь, зазываешь туда героев с помощью единорога. Я не помню, блин, как называется, но я в нее в моменте залипал довольно-таки продолжительно. Ладно, пусть сами. И мне очень она нравилась. Вот по атмосферке вот эта игра прям похожа. Так, я хочу еще заказать, подожди. Украшение. Солт, естественно, я же все скупаю нахуй. Сюда все, давайте, везите. Мясо, стейк, срочно. Срочно стейк, мужчине. Несут уже стейк, мужчине, да блин. Феечки прям, слушай, я прям удивлен, как они быстро справляются со всем этим. Шестой, седьмой левел. Насколько это быстро моет? Давай сейчас посмотрим, насколько быстро моет, кстати. Так. Нифига себе. А вот, сейчас, вот она вот сейчас быстрее, чем я, по-моему, моет это все. Если без шуток, то, по-моему, действительно быстрее, чем я. Так, ладно. На стены. Нет, не хочу. На пол. Вот шкафный комод. А сюда нельзя почему-то. Сюда как будто смысла нету. Вот сюда может как-то.
Ну, это большой, есть поменьше. О, да, вот такой. И на него мы сейчас как поставим. Бонсай, елки-палки. И бонсай. И вот этот вот поставим. Ой, не, ну ты глянь, ну песня. Вот щит красивый повесим, ё-моё. Что еще можно? У нас еще есть место, куда вешать? Там можно ковер повесить, ёлки-палки. Не, ну ты глянь, ёлки-палки. Не влазит, ну что такое? Может зеркало? Не влазит, а может это? Как бы да, но как будто бы не к месту. Ну ладно, пусть висит. Так, а в комнату можно себе ковер повесить? Ну как это ковер без комнаты? Комната без ковра. Это ужас. Зато давай еще заказывать. А, украшения. Канделябры мне дайте. Вот рули, глобусы. 10 ножей. Давай, ладно, так. 880. Уже дорогое, блин, удовольствие уже становится. Ну ладно, пофигу. Ничего страшного. Заработаем еще, если надо будет. Ну а куда тратить еще? Никуда. Улучшения не дают никаких. Или хотя бы прокачку. Можно было бы, не знаю, покупать прокачку. Типа там какой-то тренажер для феи, не знаю, чем-нибудь. Особенную какую-то пыльцу для них, я хз. Короче, тратится куда-то помимо украшений и улучшений. Ну, потому что хочется на что-нибудь полезное, но не на что. По факту. Даже часы есть, смотри, нифига себе. Ага, вот все хорошо. Сыроеды, а ты посмотри, как они сыр быстро хавают. Вино не пьют, ну молодцы. Сыр-то он полезнее, чем вино. Тут согласен. Хотя, насколько я слышал, маленькое количество вина, да, это типа полезно. Ну, не знаю, насколько это правда. Я тут сейчас по столам попрыгаю, попроверю все. Да ник, что его все закашляли так резко сразу? Как будто кто-то у вас по столу попрыгал. Так, на стены. Колесо, блин. Нет. Себе на стену. Вот, нет, нет, нет. Нет. А рыба? А рыба есть такая у меня? Нет, рыбы нету. Вот рыба будет. Да что такое? О, рыба, значит, будет здесь. А рог? Неподходящее место. Ну что это такое? Зеркало? Крутое зеркало? Картина. А что значит, почему не подходящее место? Ну-ка, уходи, картина. Ну, это понятно, слишком большое, хорошо. Рог есть у нас? Рог есть у нас вон там. Да ну и здесь пусть будет, что будет два рога. Тоже мне проблема. Где еще грязно? Да ну ёб твою! Вип-гости, а ноги вытирать не умеет. Ну что это такое? Сосиса! На. Перфект. Перфект. А перфект. Сейчас раз заказывать буду, поэтому давай поразвесим быстренько все. Ну, справедливости ради,
Вот в этой игре я действительно довольно быстро переключился именно на менеджера таверны. Я просто хожу, слежу, чтобы все было. Вот три официантки феи, это вообще не ошибка. Это прям удобная штука. А можно было вот так все это время делать? Лол. Ладно. Тогда хорошо, что я ни разу мышкой не шевелил за это время. Так, погнали готовить. Нужно 10 стейков точно поджарить. Давай резать новые. Вот видишь, я просто нажимаю и все. Она сама появляется там, где надо. Я заметил, что хватает немножко отодвинуть в сторону мышку. И молоточек уже засчитается, что типа мы отбили нужный кусок. Жалко, это в жизни так не работает. Было бы очень удобно. Так, это есть там грязный туалет. Сейчас исправим. Надо фею-уборщицу. Если она еще будет туалет чистить, это будет вообще шикарно. Перфект. Ты смотри, какая опять там нагадили. О, да смотри, ну что это? Ну что это такое? Ужас. У тебя винишко, на тебе винишко. И сырочек. Не увидел сразу. И сырочек. Я, кстати, не знаю, но, по-моему, наливать проще вино. Именно в плане перфектно. Может, мне кажется, конечно. Но по ощущениям, как будто бы да. Хорошо живем. Хорошо. Кто буянит, блядь? Кто, блядь, буянит? Я пизды дам. Борис, ты молодец. А воров стало гораздо меньше. Слушай, а может эти локации уже доступны, но они будут с прокачкой открываться? Надо быстрее суп с мясом продавать. Вон, суп хотят. На, женщина, суп. Вон там еще два супа. Женщина, держи еще два супа. Пожалуйста. Сейчас еще супа за бульбенем вообще без проблем. Нет, тогда положим обратно. Это вот на очень срочные случаи. Не смотрю. Видел, какой мастер? Угу. Это не это, блин. Мне кажется, еще на посуде нет воды. Да? Да, на посуде нет воды. Почему она сама не может? Блин, было бы вообще супер классно. Очень классно. А может, на ком-нибудь левеле прокачки будет сама, а? Ну, я надеюсь, будет. Смотри, бам. Пипец, она быстро моет. Так, ладно, поехали. Не, одному, если все здесь сделать, здесь просто ёбнуться можно, мне кажется. Но ты, мне кажется, никак не будешь успевать прям при всем желании.
Тише, тише, тише. Вот так вот. Вот еще чуть-чуть. Ага. Ага, 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 ага. Ага, ага. Ага, ага, вот, 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 да, 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 ага, 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 о, оп, плюс суп. Нам уже половину суп, половину стеков, но это только в следующей серии, мы в этой, блин, никак не успеваем. У нас уже просто 10 часов, не, а серия уже сколько, 35 минут, мы не успеем, не успеем. Суп, никто не хочет суп, смотри какой суп, нахер тебе сыр, смотри, суп, суп, нет, ладно. Суп, пожалуйста. Сейчас мы тут наложим сыров. Perfect. Perfect. Так, и 9 часов. Давай сегодня пораньше закроем таверну нафиг. Сейчас вот эти все уйдут у нас буяны, и будет вообще хорошо. 2 эля, 2 эля, еще 2 эля. Вот вам 2 эля. Вот вам 2 эля. А суп 3 стейка. Хоп-хоп-хоп-хоп. А все, а я уже принес. Так, суп давайте сами уже. Все, дальше сами обслужите. Я сейчас пойду, пока нажарю тут всего. Новый уровень репутации 11. Чтобы понимать, что он дает. У нас еще, кстати, что-то будет, какие-то штуки. А какой заказ? Подожди, а. Так, надо пока Эля налить. И меня еще интересует бармен. Будет феечка бармен. Если она делает перфектные наливы из бочек, из вина, то вполне таки да. Если просто нормал, ну... то нахер она нужна, казалось бы. Не, ну в дальнейшем по-любому сделаем, потому что, мне кажется, будет все равно рано или поздно слишком много гостей, что я не буду успевать это все делать. Но, хз, посмотрим. Пока вот с тремя этими, вообще с четырьмя феями очень легко, очень просто все успевается, делается. Мне прям нравки-нравки. Есть под стейк приготовить? Нету, да, еще? Ладно. Так, ладно. Хорошо. Они, блядь, грязные. Понасирают собаки такие и уходят. Так, ребят, ну вас двоих жду, только, блядь, не наблюйте, не насрите. Просто вот нормально, да? Допили и ушли. Понятно. Пойдем нахуй со мной. Борис, сука, ты, блядь, ты Бориса нахер задел, ты. Иди отсюда нафиг. Боря! Боря! Все нормально? Все нормально. А ты опять, смотри, гадость какая. Вот, вот они, кстати, ломают мне все цветочки и все такое. Где она? Ёб твою. Кстати, что там у вас? У вас нет там ничего, женщина! Это лучше всего сейчас полетело, кстати, нифига себе. Прям хорошо, такая в космос. Страдервали полетело. Вот вам еще воды, пожалуйста. Моя любимая феечка. Еды у вас хватает у всех. Да. И вот так вот делаем, оп, спать и здесь заканчиваем. Продолжим с тобой в следующей серии уже. Надеюсь, у нас больше не будет задачи, нам дадут сделать апдейт для таверны, потому что очень уже хочется это сделать. А пока что могу тебе сказать, оставляй лайк, комментарий, я тебя обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!